для наших там модниц там, да, или модников, мы берем, но там, допустим, берем обзор магазинов, новая коллекция в магазинах там одежды. Я вам не открою секрет, если многие следят, когда будет новый завоз в тот или иной магазин, там брендовые распродажи там, да, в этих магазинах, то есть новые коллекции, старые коллекции, то есть и опять же, то есть это же круто, когда вы наконец-то покажете, вот в магазине там, допустим, там Терранова началась распродажа там, да, и там все ломанулись там в эту Терранову, да, или там распродажа закончилась, потому что приехала новая коллекция, и вы делаете обзор этого магазина, магазины счастливы, зрители счастливы и подписаны на ваш канал, потому что вы даете им полезный, интересный контент. Магазинов в вашем городе очень и очень много, да, и более того, вы делаете обзор, повторяю, время работы этого магазина, как добраться, стоимость того либо иного, потому что какую боль вы решаете, потому что, допустим, в каталоге есть там эта шмотка по такой-то цене, там одежда, вы показываете ее там в магазине по такой-то цене. То есть обзор, да, когда там время работы, и тоже время работы, как добраться, там размещаете видеообзор на Google картах, на Яндекс картах, и у вас большой трафик идет оттуда. Ребята, это вот это то, что надо заниматься прямо сейчас, потому что обзор магазинов, обзор брендов магазинов, неважно там одежды, свадебных платьев, мужских костюмов, там что угодно, это самая, наверное, одна из самых монетизируемых тем. Я сюда нарисую долларс. Это ваши потенциальные покупатели рекламы.